Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа. Мы, короче, давайте сейчас будем пробовать оценить, дегустировать на вкус аромат овощи из печи, домашние. Но они, конечно, куплены в магазине, но они сделаны по-домашнему. Сейчас будем оценивать вообще, как они по-домашнему, вкус или как. Это консервы закусочные изрезанных овощей, овощи из печи. Состав: баклажаны, кабачки, перец сладкий, лук репчатый, морковь, томатная паста, сахар, масло подсолнечное, рафинированная, дезодорированная соль, зелень, укроп, петрушка, чеснок, уксусная кислота. 3 года с даты изготовления, можно хранить. Ну, что-то, кстати, много, 3 года. Так. Пишите, ребятки, в комментариях, это хорошо, когда я с руки держу и снимаю, или лучше как? Без хлеба? Нету хлеба у меня. Надо было сказать, что нету хлеба. Блин. Я бы с дома хлебцы взял. У меня уже 3 дня хлебцы лежат. Я все с них хочу это сделать. Я справляюсь. Я же у тебя сделал бой. Ты же сделал объявление у себя на аккаунте насчет стрима, да? Угу. Вот. Так что. Вообще, стоит того, чтобы брать вот это за 103 рубля? Ну, конечно, прикольно. За 103 рубля можно взять многие консервы. Можно сайру взять. И, в принципе, сытность будет такая же, как бы. Не знаю. Это особое, видишь. Овощное такое. Вот, короче, ребятки, я как раз рассказывал про TikTok дом в Абакане, что в Хакасии, как сделать. То, что все. Получается, мы будем обучать своим азам, получается, делиться своим опытом. Батя поделится своим опытом, я своим, мама своим. Мама поделится опытом бодрости, вот это веселья, того, то, что как делать вот это. Ребятушки, милые купатушки, вот это, как не стесняться. И вот батя расскажет свое ребятам, как надо не слушать хейтеров. Как надо упорно снимать, батя расскажет. Мама тоже расскажет, и я расскажу. Да. Я и говорю, это напоминает, как фабрики раньше были. Там приходили гости, которые что-то говорили, они с ними что-то снимали, пели. Вот тут я говорю, вот эти хаусы, они, сейчас они, короче, как раньше на фабрике. Вот. И знаешь, в чем прикол? Вот есть дома-хаусы, в ТикТоке снимают, туда-сюда, а потом они поют. Прямо на сцене. Ну, сейчас же блогеры могут петь, тиктокеры. Вот. И многие сейчас, которые концерты дают, вот эти из тиктокеров, они тоже в домах были, в тикток домах. Ну, так вот. Ну, мне кажется, нормальная тема. Не сильно переслащённо, нету такого уксусного вкуса, прям резкого. Ну, чаёк допей. Кстати, хорошо идет. Я выбирал между икрой. Ну, я в диване не было икры, из-за этого я не взял. И между овощей из печи. Но овощи из печи как бы еще мы не пробовали из-за этого. Ну, тоже нормально. Овощи. Да? Угу. Не нравится. Я, короче, давно уж хотел там поучить своим азам. Прикольно. Угу. Ну, азам своим поучить туда-сюда, умению блогерства, там, тиктокерства, туда-сюда. Вот как раз сейчас хорошая тема. У бати тоже электрошашлычница есть, кстати, вот он стоит. Четко, да? Угу. У нас есть. И термопод есть. Кстати, это хороший термопод. И в дешевых кафе, которые просто идешь, всегда обычные термопоты. А это уже улучшенные, больше воды, всякие улучшенные. Ну, я все время пью с него кофе. Он налитый. Ну, хоть что-то с кафе осталось. Пользуюсь. Угу. Ну, пробуем оценить, дегустируем на вкус аромат овощи из печи. Ну, как-то сильно квашеные. Да не, нормально. Они такие должны быть. Овощи. Да? Ну, отлично. Нормально.
Все, обалденно. Да. А вот, ребят, попробовали, оценили, продегустировали. Крепенький. Нормально. Второй раз на второй раз. Вот эта штука, ребятки, пельмени есть вообще отпад. Ну, это пельмени налаживать классные. Вообще вот такое, то, что там вареники, манты. Вот пельмени из присяга, вода вся вытекает. Вы, короче, ну, ешьте вообще класс. Вот так что так, ребятки, ну, понравилось. Понравилось. Бате понравилось. Мне кажется, сильно раскисшее. Без ГМО, урожай, отборный урожай, домашнее. Энергетическая ценность, калорийность, 250 кДж, 60 килокалорий. Отпад. Батя отпад, а мне что-то... Ну, я не знаю, мне кажется, все-таки для меня это невкусно. Или мне кажется так. Или сильно раскисшее. Ну, пожевать даже. Да нет, ничего. Они такие есть. Я не знаю. Ой, сейчас все придет. Ну да. Ну такой ужин сегодня, перекус. Пробуем, оценим, быстрее с батей из печи. Кстати, с батей будут обзоры. Вот что хотели, чтобы мы обзор сделали? Чего? Так вот все думают, что мы вернемся в тот дом. А да, мы завтра пойдем. Ну, а мы наоборот будем... Здесь уже дальше это снимать. Ну, кстати, батя работает, многие писали, где планета мешков, где планета мешков. Мне это уже все. Планета мешков не дают мне работать на планете мешков, говорят, хватит болеть. Вот. Так что так. От мешков. Поясница болит, а то плечи болят, все болит. Так что вот будет попроще работа. Да, тут просто вообще там подметать, убирать, там, короче, снег, ломом долбить, вот это все. Нормально. Работа на государство. Я просто говорил, что работа на государство, все, не говорил где. Работаешь на государство, на Путина и все. На Путина зачем? С чего это? На государство. Ладно, проехали, ребятки. Кто понял, тот не понял. Вот. Все, пошел. Всем пока. Привет, вот, короче, так поели. А батя курит. Всем пока. Счастья, радости, удачи, хорошего, позитивного настроения. Всем.